искренне желаю вам радости и благополучия. А нашей Родине, нашей любимой России, успехов и процветания. Поздравляю вас с праздником, с новым 2009 годом. Нагай, пожалуйста, топак, он же меня запиздит! Не, я походу вообще красу. Просто в ахуе с этой системой прожектирования. Просто в ахуе, что я когда приземляюсь, я крашусь. Ну, до шанса было. Ты издеваешься? Блядь! Да, блядь, не дает гранату. У меня папка лагал, блядь, походу красится же. Да, ну да, все, побежал, короче, не знаю, потом уже. Now we can Skype tonight, but that's alright. Good night, girl. I'll see you tomorrow. Звуки. А. Чё, блядь, произошло? Ещё удивительного, пап крашнулся. Мама, помоги! Брат! Не пикай. Если бы вы знали, мы тебя поймали. Зачем ты прыгнул, брат, скажи, зачем? Кончено, ты, блядь, давай! Все, блин, да хватит, хватит. Мне кажется, кого-то сейчас выгонят из компьютера в ванну. Нихуя себе. Даже этой. Егор, сними трусы, потом только разговаривай с моими тиммейтами, понял? А ну вышел отсюда, гандон! Еще два слова, я тебя кастрирую на приеду в Москву. Кастрирую, ты уже не сможешь этого сделать. Так ты можешь озвучить это хентай. В смысле можешь? Он ртом озвучивал. Нереально, знаешь, как все. Дядь, ты дурак, он озвучивал хентай уже. Ну-ка попробуй. Ну-ка, постанай. Мне нужно текст. Постанай. Кто? Закрой рот, закрой рот. Почему я падаю говна? Закрой рот, закрой рот. Флекс, я устал вас приглашать. Молодой человек, пожалуйста, пройдите к нам в лобби. Рот закрой, бля. Нихуя вот это. Флекс! Сейчас. Пиздец, короче. Слышь? А. Ошибка в wrong match state pro login in progress. В смысле? Мы не можем... Ты... Чувак. Ты сломался, блядь? Тебя нет, в смысле, в катке? Да. Я на сервер не пускаю. И поэтому сломался, для тебя такая задача была просто понять суть. Я, короче, недавно хотел в руку дернуть и дать сына одногруппника за заднюю парту. И, короче, сижу, жопу поднимаю, руку выставляю, и так жестко пердел. О, это пусупанты. Я такой ёбаный урод. Все глянулись, пиздец, просто врач. Кто-то не понимает, что происходит. Я так и сижу, просто у меня такой смех проведет. И такие сидят, которые сзади меня, они просто в ахуе.
задумал нахуй. На! Я убью тебя! Сергей, ты кто такой? Большой пункт на тебя смотрит, блядь, чувак, он тебя сейчас лесно убьет утомом. Он внутри, чувак. Пиздец, хуя себе. А что это за парень? Тебе тут трех кишоров вышел, ты готовый. Вообще похуйню. Это просто нахуй монтаж, блядь. Блядь, а у кого этот дробовик? Я забыл. У бандита. Какой, блядь, какая, сука, фракция? Что будет, если человек сможет использовать свой мозг на максимум? Это... GNG. GNG. У Сергея максимальная нагрузка на мозг пошла. Какая фракция, GNG? По 100% блядь. Ваша задача обнаружить контейнер. Тупо фраг, ребята. Ой, Сергей. Блядь, до слез. Просто нахуй замокал. В принципе, такого хорошего человека я их спрашивала, найти то, вообще. Типа, что вы делаете в этом? Они, типа, отвечают? Даже мне по-русски сказали. Он агрессивный, блядь, такая. Вот сейчас мне не сказали, он агрессивный. Что? Я на СРЛ говорю! Хочешь, я, сука! Ладно! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Помогите! Помогите! Это ты был! Серьезно? Я думаю, это террорист. Я до последнего верила, что это дрон террориста. Я и думаю, помогите, он сидит там ржет, я в шоке просто. Тёма, бля, ещё раз помогите, он там вообще издевается. Я в шоке. Ладно, я пойду опять. Это я, пошёл, мне 8 лет. Приветствую вас, дорогие друзья! На связи Витамин. Хочу поздравить вас с окончанием 2019 года. Для меня этот год выдался трудным во многом, но и были свои прелести. Особенно моя продуктивная работа над монтажами. Желаю, чтобы в 2020 году вы завершили то, что не закончили в 2019. Ведь я вас верю, у вас все получится. С наступающим Новым годом, друзья! Блять, запускай заставку!